Итак, продолжаем играть за клан Мори. Так, сейчас вот берем какой-то замок. Так, пока в осаду. Возьмем сейчас эту ситуацию. Окину взглядом. Что происходит вообще? Так, вражеским Мэцука. Ну, то есть еще пока не вражеским. Так. Сыщики, судья, ну, может доставить нам тут неприятности, потому что у нас тут ниндзя ходят, ломают замки. Кстати, еще раз можно это сделать. 58% успеха, здесь 53. Давайте. Так, вот тут сюда не пойдем, здесь два Мэцука могут арестовать. Давайте диверсию. Диверсия удалась. Не наймут они здесь сегодня никого. Так, тут приличные стейки. Итак, в прошлой серии мы тут разминулись с Такеда. Вот что произошло. Он сидел в этих лесах, ждал меня. Я вот в этих. Как-то получилось так, что он прошел мимо меня и занял город. Непонятно, куда он сейчас пойдет. То ли дальше на ураками, потому что они, да, воюют с ураками, или ко мне. Но это ладно. Так, вот здесь я вижу очень прокачанный город. Так, религия. Почти что обратили уже в буддизм всех поклонников и квики. Потребление пищи. Минус один будет. Так, мы можем себе позволить его содержать? В принципе, можем. Но проблема в том, что казна, как видите, идет в минус. И это печально. Поэтому, думаю, разграбить его. Разграбление повлияет на честь дайме. Она упадет на одну единицу. Но! Здесь, в центральной Японии, имеется масса провинций, которые можно сейчас делать смело вассалами. И за их счет повысить честь. А также можно прокачать немного дайме сторону чести. Ну, конечно, все зависит от того, сколько сейчас нам предложат. Еще плюс я вижу в разграблении этого замка, что это мятежная провинция. Здесь обязательно будет мятеж. Она разъединит сухопутные провинции Такеда. Им придется передвигаться по морю. Но уж на море, я думаю, мы их как-нибудь одолеем. Так, с руками у нас пока мир. Обращаться ничего не стоит. Война будет в любом случае. Так. Еще один торговый корабль. Так, что оперативно мы тут заняли фактурию. Кстати, денег она довольно-таки мало дает. Так, 1500. Очень неплохо. Так. Вспомню сейчас, что тут. Да, взяли замок. Отзем мастера. Сносим сразу. Форт, я думаю, можно починить. Так, у нас здесь имеются ниндзя. У нас здесь имеются 2 стека Такеда. Ну вот, нужны деньги на диверсии. Поэтому, да, грабежа никак не сбежать. Ну, собственно... Тогда приступим. Решительная победа.
А вот денег чуть маловато. 10 тысяч. 10 тысяч. В принципе, владение этим замком, я вижу, повышает наш доход прилично, всего минус 300. Как же поступить, даже не знаю. В принципе, тут ключевая такая позиция, через которую пойдут докедовцы. Можно ставить здесь небольшой гарнизон и успешно отбивать, в принципе, атаки. Да, пока, пожалуй, давайте обойдемся без грабежей. Еще 500 рублей отдаем на строительство замка. Хотя... Может быть, это было неправильное решение. Так, так это. Одну армию проводим. Так, надо проследить, тут их что-то было три. Вот он. Так это и Синобу. Ну так, здесь куча лучников. Ну так, я, похоже, истратил все очки движения. И сегодня обойдемся без диверсии. Хотя вот это может. Так, ну ниндзя этот доходит только до двух армий. Давайте попробуем с генералом проверить. 900 рублей стоит, процент 40. Здесь 840 процентов. Да, давайте, те, кто подешевле. И то провал был. Сейчас, возможно, тут придется повоевать. Немножко не дошел тут у меня генерал. Он может вот так вот пройти. Будет поближе действия. Если нападут сейчас, я думаю, можно уступить этой армии будет. А на следующий ход уже нападать. Так. Войска. Чиним в порту. Если войска... корабли. Так, держим здесь гарнизон. Ураками. Посмотрим сейчас, как война с Такедо развернется. Здесь тоже держим стек на готове. Так, и вот в этой провинции у нас тут бунты все время возникают. Я думаю, что... Так, и здесь тоже. Так, 800 рублей стоит диверсия в армии. Сейчас проверим, что у нас здесь происходит. Да, здесь стоит. Да, я же ходил уже сюда. Ну вот, возможно, они пойдут на соединение. Будем там отбиваться. Пока что уберем вот этого Мэтсука. 77%. Да, он тут нам вообще не нужен.
зафейлил ниндзя. Покушение. Видимо, неплохой контрразведчик там. Ну ладно, хотя бы удалось ему скрыться. Да. Придется задействовать монаха. Так, это тоже похоже. Разведчик. Сыщик. Их надо, в принципе, обоих выносить. Без сомнений. Так, я думаю, пусть Каватик пусть бунтует. Подаем тут быстрый мятеж, заодно немножко качнем генерала. Кихару. Так, ну здесь спокойно держим пока Киото. Так, денег на бунты пока нет. Давайте вот, наверное, этого пока вырубим. Отлично сработано. Так, это у нас тоже полный духовный наставник, да, еще с двумя спутниками. Отправим задуматься о жизни. Так, ну а этого монаха у нас вдохновитель городов. Да, пусть посидит здесь, в этом поселении. Дает, в принципе, хороший доход. Не хочу отключать налоги. Так. Мацуда. Сейчас осень 61 года. Я думаю, через, кажется, через год я стану собой. То есть таймер море. И надо будет, в принципе, уже гасить вообще всех, в том числе и бывших союзников. Во всяком случае, быть готовым отбивать их атаки. Ну, в принципе, пока не до нас. Все кабы. Камень. 5 ходов еще нельзя объявлять войну, но в принципе тут уже можно плевать на некоторые такие моменты. Тут осталось буквально вот несколько кланов, тут особо с дипломатией уже все понятно. Единственный вопрос — верность вот этого союзника, сколько она продлится. Все кабы. Сюкабы нужно как-то заставить. А все, они уже разорвали союз с Мацудом. Я думаю, они вот скоро вот здесь, на Кюсю, должны схлестнуться. И мы тогда сразу выдвинем войска и будем занимать провинции. Вот это вот провинция Бунго. С христианством 100% вообще, честно говоря, меня пугает. Потому что там будут постоянные бунты. В принципе, можно какой-нибудь монаха будет отрядить. Неправда, все здесь. Где они? Ну да, они все тут. Кто в городах, кто тут работает с Мэцуком. А, вот, и один еще в армии.
что следим за событиями. Так, мы тут должны дойти. Через ход 2 предложим Тюсюкабе военную помощь. Сейчас мне интересно, на нее согласен. Так, Тюсюкабе. Рад приветствовать вас, мой достойный друг. Что вы хотели обсудить со мной ради нашего общего блага? Интересно, сейчас посмотрим, сколько денег могут выдать на лоб. Так, 5000 не дают, но за 3000 можно вписаться. Сейчас мы посмотрим, чем нам это грозит, если мы сделаем это прямо сейчас. Во-первых, у них вот здесь большая армия. И мне бы хотелось, чтобы они вот с Такедой друг друга поубивали. А мы бы взяли тут тепленькие провинции пустые. Сейчас можно легко взять один замок у них, но тогда я боюсь, Мураками могут повернуться и идти на нас, вместо того, чтобы идти воевать с Такедо. Поэтому... оставлю вот здесь в лесах армию. Будем готовы к нападению. Итак, 300, 400 рублей почти минус. Ладно. 5000 у нас есть. Так, по-моему, вот эту факторию... Да, Тюсюкабе владеет. Но они так торговые сюда так и не привели. Просто владеют. Здесь небольшой флот. Плавает. Нанимаем, несмотря на минус, все-таки флот. Пусть будет так спокойнее. Так, вернемся тут к проливам. Магава везет армию. Скорее всего, тут какие-нибудь самураи. И очень интересно было бы узнать, сюда он ее хочет выгрузить, спокойно через порт пройти и двинуть всей массой на меня. Либо плыть вот сюда и тут уже устраивать какие-то десанты неожиданные. Сложно предугадать их действия. Три корабля скаута я все-таки отправляю вперед, если их тут удастся встретить. Стараюсь нанести максимальный урон. Может быть, здесь кораблей, конечно, больше, но все-таки мы море. Может быть, получится их тут вырубить, потопить армию. Но она с ужасом Агава разберется, я думаю. Да, имя. Как раз оно, сражение необходимо провести положительно и прокачаем его как следует. Так, не хватает здесь у нас разведки. Давайте монахскую проверить. Да, город пустой. То есть... одним быстрым ударом можно овладеть сразу двумя провинциями. Сейчас просто нужно, чтобы они вот сюда зашли. Чтобы, да, нам бы свободен путь до их столицы. Правда, Мацука сидит. Приятный тип. Так, посмотрим, что там с налогами.
если повысить, обязательно произойдет восстание от Вони. Нет. Ладно, как-нибудь 300 рублей переживем. Так, по технологии тут... А, да. Изучаем налоговую реформу. Все правильно. Ну что, я думаю, тут сделано все. На этом ходу можно... Верну, наверное, монаха обратно. В принципе, он... О! Я случайно увел армию вместо агента. Ладно, надеюсь, это нам никак не обернется боком. Да, вот еще одна провинция Ураками. То есть можно вообще будет их блицкригом таким давануть. Ну, ладно, конец худо. Отлично, так, Эда, пошли куда надо. Доход, я вижу, возрос. Он там от 1500. Так, арестовали ниндзю. Ну, главное, в плюс вышли, это хорошо. Ниндзя, надеюсь, не был убит. Так, ну, Сатоми, походу, грозят войной. Ветер переменился. Мы летим подобно драконам. Воля не склонюсь я пред низшими. Все покорятся мне. Враг не сдается. Что с того? Я вырву у него победу. Страшитесь имени Мори. Страшитесь меня, ибо я сёгун. Так, ну, отличный мультик. Пытка и заключение. Хорошо, что не убили. Так, Коки, мятеж. День на морской путь. Магава гадит. Так, тут нас армия несет зимние потери. Почем зря. И Магава так никуда и не двинулся. Флот я его теперь не вижу с армией. Так что скауты сейчас нам прояснят ситуацию. Интересно. Сатоми ведут огромное воинство. Куда, непонятно. Так, Эда. Сидит в замке. Пусть сидит. Так, вот этого случайно вышедшего персонажа отправляем обратно. Надо быть готовым тут ударить. Так, вот этот генерал будет бить в тамбо. Так, можно попробовать взять в осаду. Для начала надо проследить. Да, сломаем. Так, кто-то должен вынести Вакаса. Вопрос, кто это будет делать. Найдет ли эта армия за один ход или нет?
Сейчас решим, чем идти или нет. Так, мы здесь можем нанимать лошадей, сможем. Хороший, да, давайте починим замок. Да, это того стоит. Так, после объявления нас Сёгуном. Мы тут выдали пару отрядов. Прекрасных. Также отличный Нихон Мару. Ну, прекрасно это, но дорого в содержании. То кабы-то я точно ставлю на дно. Вот это интересный корабль. Жалко его будет топить. Личный флагман отсюда. Стоимость содержания 350, на легенде 410, даже для моря. Окей. Мы увидимся. Баками. Вот вижу еще один здесь флот, нужно будет сразу ударить. Еще один. И вот еще. Я там отсюда. Вот ураган. Нужно ему что-то противопоставить, похоже. Так, вот они, куда высаживают армию. В свою провинцию. Не достают, к сожалению, корабли. Так, понятно, теперь они пойдут в наступление на Оми крупными силами. Я думаю, даймё у нас отойдет вот сюда. Дарим по этому замку на следующий ход. Так, двух монахов перейдем в армию. Дорого сеять смуту. Итак, не доходит армия, но доходит конница. И так, диверсия. Нужны диверсии. Так, все понятно. Сейчас просто ураками вынесут, хотя где-то здесь был стек. Который должен что-то противопоставить. Такая, да, если много. Ха!
Понятно. Ну что, великую стражу как не жалко, и коней отправляем пастись на луга. Все, сразу доход дома возрос. Так, Нихон Мару пусть проверит. О, ничего себе. Ничего себе, вот пираты появились. Сейчас на них нападем. Лепет его со всех ног, боятся. И тут вообще без вариантов. Да, мощный корабль. В общем, все это... всю эту флотилию на дно. Так, уже 500 рублей. Плюсик, хорошо. Все корабли на ремонт. Возможно, придется сдать тут Оми. Блин, не доходит генерал до этой провинции. Ну ладно, пока давайте с Такэда цены посмотрим, что получается. В принципе, может даже одна конная армия просто взять этот замок. Судя по автобою. Замок тут. Так себе, лесовые поля, железный рудник. Железный рудник, это интересно. А если сделать здесь вассала, то возможно это выкинет с территории автоматически все войска вот здесь. Так, ладно, проведем диверсию. Давайте тут кто подешевле. Да, без разведки как-то идти туда не хочется. Что делать? Ладно, генерала ставим здесь. Войско пойдет на Инаба. Надеюсь, там... Давайте монахам проверим. Незначительное войско здесь имеется. Непонятно, что вот здесь. Ну ладно. Вообще никак не дойдет. Ну, можно будет просто выдвинуть. Заманить. На сражение попробовать. Они вышли в поле, хотя вот сложно понять, что они предпримут, потому что неизвестно, что у них вот тут имеется.
В Бисе, думаю, мы пройдем спокойно. Тамбу должен взять. Так. Ну вот флот ураками здесь сильно беспокоит. Какие действия он сможет предпринять, какие сможет заткнуть торговые пути. В принципе, можно попробовать напасть на него. Я думаю, для нас тут проблем не составит. Топить его. Если он вообще не убежит. Ну что, вроде все готово к войне. Боюсь, если дать им ход еще здесь, так это их просто вынесет. Ладно, давайте посмотрим, что у нас с этим замком произойдет. Да, займем без боя. Если даже мятежники здесь будут, ничего страшного. Честь Дайна дает две позиции в счастье. Надо качнуть ему еще повыше, чтобы так, диверсия довольно дорого обходится. Поэтому идем к Тусюкаба. Добро пожаловать. С чем же вы явились к Тусюкабе? Все понятно. Ураками и Мацуда стали их врагами. Ну вот что. Так, здесь мы отсюда все понятно, сейчас добьют. Еще вот здесь у них есть провинция. Я так думаю. Сейчас проверим, кто тут есть. Все, мы пустая. Вот это очень интересно. А, просто не заметил. На самом деле, занято. Ну что ж, пора выдвигаться в путь из Хиго. И я так думаю, наши друзья будут согласны, потому что мы нападем. Моих врагов. Да, мы стали сёгуном, нам теперь плевать на репутацию. Теперь все прохватят от нас. Так, вот здесь еще имеется флот. Да, я вот здесь так и оставлю. Пусть стоит. Так, вернемся в дипломатию. Добро пожаловать. С чем же вы явились к Тусюкабе? Проверим выплаты. Так, денег у них, похоже, стало меньше. Тысячу рублей-то дайте. Только бесплатно. А если... им отсюда сюда же присоединить. Да, похоже, у них просто кончились деньги.
все потратили. Тогда... Давайте уракан. На 800 рублей мы с ними торговали. Упал доход. Чтобы... это исправить. Прям там. Да, давайте автобоем. Делать ли вассала? Давайте пока нет. Так, вставлять киотом не хочется. В принципе, я могу дойти вот одним ходом сюда до танго, но это, в принципе, опасно. Так, подставляться. Давайте уничтожать корабли. Куда вот он убежал? Так, не доходит еще, ну ладно. Берем город. И вот 11 000 предлагает. Я думаю, за такой маленький городок 11 000 неплохо. Да, давайте разграбим. Сносим здесь все. Так, и отходим в бинго. Интересно, если вот одним генералом дойти. Двумя. Мы возьмем Харима. Сделаем его, например, своим вассалом. Что произойдет? Во-первых, вот эти вот войска должны пропасть и оказаться на своей территории. Может быть, даже вот здесь, в ближайшем. Либо здесь. Вот это хуже. Давайте произведем еще одну диверсию в армии. Так, здесь войска двигаем вперед. Thank you.
пару отрядов отряжаем тут. Охрана не дошел. Интересно. Опять не дошел, блин. Да, в принципе, плевать, пусть встают. Я эту вынесу, наверное, быстро войску. Ладно. Не хочу, ладно, чтобы все-таки в тылу нам кто-то мешал. И диверсию еще одну. Диверсия опять провалилась. Нападать или нет на Харима, не знаю. То есть нападать-то определенно нужно. Сейчас или нет. Так. Нормально. Пока. Через Дайми. Можно, в принципе, даже и там вассала не делать. Военный порт. Кураками. Вы здесь, слава, честный бой. Ладно, не будем подставлять генералов без армии. Вдруг ударят так и сюда. Садим обратно на корабль. Итак. Я смотрю, почему-то он выключил налоги. Давайте включим. Ладно, один раз задерем налоги, ничего страшного. Не произойдет, уверен. Так, наберем здесь. Да. Корабли. Итак, нападаем на флот кураками. Ну, я думаю, посмотрим его уже в следующей серии.